Darshu, si chas, mi atkrivaim. Книга пророк Єремія, глава 10, стих 1. Книга Єремія, глава 10, стих 1. Напомните сегодня тему. Языческая Пасха или остальные народы Пасха. Сейчас мы будем читать, что наш Бог заповедал наши люди, израилевые люди. Книга Иеремии, глава 10, стих 1. Слушайте слова, которые Господь говорит вам, дом Израилев. Так говорит Господь. Не учитесь путем другие народы. И не удивляйтесь знамений небесных, которые удивляются остальные народы. Еще раз. Так, стих 2. Так говорит Господь. Не учитесь путем другие народы. И не удивляйтесь знамений небесных, которые другие народы удивляются. Не делайте, что остальные люди сделают. Не отмечают, что они отмечают. Еще раз. Наш Бог есть его праздники в Библии. Больше это или все это праздник вы можете читать в книге Левит 23. И еще праздники в Новом Завете. Стих 3. Ибо обещай люди на праздник. Еще раз. Ибо обещай люди на праздник. Их праздники пустоту. Эти все ничего. Их праздников. Эти все пустоты. Не надо отмечать эти праздники. Дальше. Сейчас мы открываем. Книга Колоссянам, глава 2, стих 8. Книга Колоссянам, глава 2, стих 8. Смотрите, братья, сестры тоже, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Еще раз. Смотрите, братья, сестры тоже, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому. Значит, что? Наш Бог говорит наши люди здесь. Никогда не слушайте люди, которые будут обманывать к вам. Не надо слушать эти люди, которые будут обманывать к вам. Они будут учить вас человеческому доктрине. Они не будут отсюда научить тебе, что вы должны сделать. Они будут просто сказать, что это очень хорошо, что если мы будем отмечать этот праздник. А в Библии они не могут доказывать, что это, что наш Бог сказал. Не от Библии. А где, говори мне, где мы можем читать об этом празднике, языческая Пасха? Где вы можете читать об этом празднике, языческая Пасха? Говори мне, мои люди, если у вас это глава и стих в Библии, пожалуйста, напишите ко мне в commentary box. Пожалуйста. Нельзя в жизни я это видел в Библии. Ко мне это значит, что эта культура или эта традиция или праздник это ложный. Это что я знаю. А я знаю, что они забрали этот праздник от
идолов культуры или языческой культуры, или остальные люди культуры, где они поклоняют Аштарот, идол. Они забрали эту культуру от остальных людей доктрины. Не от Библии. Это нельзя в Библии. Никогда. Я это читал в Библии. Я никогда это читал в Священном Писании. Вообще. Надо слышать, что наш Мессия сказал нас, что Он научил нас, что Его апостолы научили нас, что наши предков, пророки научили нас. Это что мы нужны делать, что мы нужны отмечать. Еще раз. Колоссянам, глава 2, стих 8. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. А не по Христу. А не по Христу. А что Христос сказал нас? Что Он сказал нас? Сейчас мы открываем. Книга Жан или Иоанна. Глава 14, стих 15. Он сказал, если любите меня, если вы любите меня, соблюдите мои заповеди. Если вы любите меня, соблюдите мои заповеди. И языческая Пасха – это не его заповедь. Это никогда его закон. Это не от его Отец, наш самый высокий Бог. Вообще. Это ложь. Это не от наш Бог или от Мессия Иисус Христос или от Библии. Это остальные люди традиции. Это мерзость, когда мы отмечаем этот праздник. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission, minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road. Purple and gold, from Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.